Нашу программу, но, как я в начале ее обещал, коснуться еще выступления одной группы, в которой Анатолий Белов играет сам, Раста Оркестр. Как раз фрагментом выступления мы начали, фрагментом мы и закончим. Ну а сейчас, как ты живешь в этой группе, чем занимается эта группа, какие планы? Вот я знаю, что в этом году, может быть, выйдет даже два альбома, да? Или нет? Ну, кассеты. Кассеты, по крайней мере. Ну, кассеты. Я как бы знаю, что обложки уже есть. Нет, ну, группа сейчас, скажем, таком в хорошем рабочем состоянии. Мы постоянно репетируем, постоянно оттачиваем свои вещи. Сегодня с репетицией? Сегодня вот с репетицией сюда. Сочиняем новые вещи. Работаем... Пробуем себя в стилях, тоже в таких африканских стилях, типа рэп, типа даб, ну, с современными импровизационными делами. Вот, не знаю, попробуем сейчас работать с известным в Эстонии диджеем Ринго Рингве. Не знаю еще, что получится, но, во всяком случае... Мысли есть, чтобы, ну, как бы современное звучание и вообще расширить музыкальное. А что вот он может принести там, как идеи или чисто технически что-то? Да, и идеи, мы принимаем все идеи, и музыкальные, и композиционные идеи, и стилевые идеи. Ну, посмотрим, как это у нас получится уже в соавторстве. Также вот сейчас будем в конце месяца играть на фестивале в Тарту 30 мая. Там будет трехдневный фестиваль, где будут принимать участие различные рок-группы Эстонии. Я не знаю, будут ли из других государств группы, но достаточно... Широкий спектр групп, но в основном это будут группы, как мне дали понять, достаточно высокого уровня. А кстати, это правда, что Раста Оркестр будет завершать? Да, пока... Вообще фестиваль или выступление вот этого дня? Вообще фестиваль, потому что мы играем в субботу 30 числа. Ну, мы будем завершать фестиваль, это уже будет где-то... Порядка, наверное, 12 часов мы начнем только играть. И вот интересно, нас поставили выступать после Петра Волконского с его проектом «Окна роста». И после «Окон роста» будет оркестр «Раста». Я думаю, что, наверное, это сделано с глубокой тайной мыслью. Ну, а может быть и нет. Во всяком случае... Ну, по музыке... слова похожи. Да, но по музыке ничего общего нет. Я не знаю, кстати, что сейчас представляет из себя вот этот Раста Акнат проект. Последний раз я был на этом шоу, ну, я не знаю, лет 6-5 назад, наверное.
Тогда Волконский пел, по-моему, на 4 или 5 языках. Не столько пел, сколько мелодекламировал, читал Маяковского на шведском, по-моему, в том числе. И это была такая сугубая музыка. И после этого ваше жаркое африканское солнце. Ну, я думаю, что окна роста обязательно какой-нибудь сюрприз публике дадут, иначе и быть не может, на мой взгляд. Ну, и я думаю, что если танцоры еще будут держаться на ногах, то мы их порадуем. Oh,